Что это? Туда не добраться. Thank you.
Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? За работу! Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так, не берите в голову. Да, да. Я плохого не посоветую. Рад, что был полезен.
делай то, что сказано. Ты сам не дури. Он остался с дядей и ушел живым. Пускай дядя наш давно ни хрена не был. Но если отец поверит, значит и мы поверим. Так что хватит трепаться. Соберись и помогай искать. Ну да, как же подвести отца? Ох, да печешь ты меня. Да, нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Указывай, у тебя все в порядке. Твой, брат. Не указывай мне, что делать, брат. Yeah!
Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю, плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! За мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твои тощие ручонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся! Надо повторить! Иду! Разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Нет! Голова! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Идиот! Сыны Тора уничтожат вас! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да?
Уходи! Хочу твой труп, Базга! А еще, сурот! Прекрати! Сын, соберись! Сын, соберись! Соберись!
Значит, это все? Сын, соберись! Может быть, стоит отступить? Держись! Соберись!
Трей, держи себя в руках! Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты, мерзавец! Черед! Вернись, ты трус! Башку тебя оторву! Болезнь. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Это точно. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Go!
Интересно, что там? Ты знаком с миром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Да, я готов. Красота! Увидимся! Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Там наверху.
Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справа. На другой стороне есть путь к выходу. Снова под ладонью, почти на месте.